Всем привет, с вами я, Полина, и сегодня я снимаю влог с Канады. Сегодня я поеду в нереально крутое место и очень завораживающее, и это Ниагарские водопады. Ну, я думаю, начнем. Мы уже все рассаживаемся в автобусе. Прижали Лизу. Да, вот такой вот у нас автобусик. Каждый день вот так вот катаемся, а еще, когда едете, вот он очень вот так вот трясется постоянно. Как бы так вот мы ездим, да? Ну, Полина! Смотрите, смотрите. Ты видишь, что ты делаешь? Как вывести Эвелину? Она ела бат, окей? Вышли из автобуса буквально. Мы уже увидели водопад. Малую часть водопада. Блин, это было очень красиво. Резван, скажи что-нибудь. Резван. Резван, давай станцуй что-нибудь. Это... Да ну, Резван, ты что, старик, что ли? Очень, да, я на Резван. Себе там красиво получилось. Чтобы мне красиво стекал шея. Пусть. Сколько там еще? А нет, снимаешь. Вот. Подписывайся на мой инстаграм. Что за пиар на моем канале? Такого не должно быть. Это работа. Вот. Подписываемся. Борис, я не могу. Сейчас мы вернемся. Ниагарский водопад. Он как бы там, его не видно. А все закрывает автобус. Прекрасно. Эвелин, ты так прямо и снимаешь просто. Я буду твоим оператором сегодня. Нет, я сама. Нет. Летим, черным на черном летим, черный умеет блестеть, черным забитых кистей, черный рейндж по Москве. Играя на все, на черное место в группе. Вот так, черный даймонд на руке. Ай, типа знаешь, как делать такие? Да. Во-во-во! И там пробежала белка. Прикол в том, что Полина не слышит музыку. А это Борис. Он сидит на муравьях. А это я. Все, мы сейчас наконец-то уже надвигаемся к этим Ниагарским водопадам. Тут безумно красиво. А еще тут есть типа недосинтаур. О, видите вот эту вот башенку? Она похожа на синтаур, но это не синтаур как бы. Смотрите, смотрите. Вот это все Ниагарские водопады. Это очень красиво, правда. Вот вы бы знали, как это на самом деле в реальной жизни выглядит. Видите, там на лодку садятся людишки. Мы также сейчас поедем скоро. Вот, просто тут очереди очень большие. Я очень хочу уже туда, что мы также поехали около этих водопадов. Вообще очень красиво. Серьезно, если вы поедете в Канаду, конечно же, обязательно посетите Ниагарские водопады, потому что такое пропустить невозможно, серьезно. Тут так классно и красиво и хорошо.
все, мужу встали в очередь, мы уже потихонечку передвигаемся. В принципе, очередь идет довольно-таки быстро. На красоточках. Блин, знаете что, мы не успели пофоткаться, и сейчас мы идем, короче, на этих лодочках кататься. И после этого мы будем все мокрые. Полосики, знаете, такие. Да-да-да. И потом уже мы будем фоткаться. Вот такие какие-то стрёмные идиотские фотки. Зато у нас они будут одинаковые. Подождём так. Нам, короче, дали супер шикарный костюм, чтобы хотя бы наша одежда не промокла. Наши рюкзаки тоже. Вот все ноги у нас тут красненькие. Блин, очень-очень охота уже туда. Мы уже все, собственно говоря, на лодке, как вы видите. Ladies and gentlemen, welcome aboard Hornblower necessary and proper firefighting and life-saving equipment. In the event of an emergency, our trained crew members will assist you with your life-saving equipment. As we make our way up the Niagara River, look to port, or the left side of the boat where we will pass the American Falls. It can best be described as the American side of Niagara Falls, which in comparison... Хорошо, что моя камера в это не проницаема, поэтому research, все будет хорошо. Вода пошла. Такие, знаете, мелкие капли прям воды. Ой, так хорошо, знаете. Если хотите освежиться, езжайте сюда. Вот, собственно, Ниагарские водопады. Ксюш, давай сделаем сердечко. Чтобы, короче, мы, в принципе, не намокли, можно вот такой шоу одевать. Мне сказали, что сейчас начнется самое мягкое. Ребята, мы въезжаем, мне страшно. Мне очень страшно. Даже за то, что я GoPro свою намочил. Блин, обалденно. Мы, короче, прямо как будто по волнам каким-то катимся. О, сейчас начнется. Классно! Это, короче, офигенно просто. Короче, освежаемся, закаляемся. Ничего не видно. Да, тут все, понимаете, белое, но это как бы водопад. Скорее всего, у вас сейчас видео все размыто, то есть объектив у меня, потому что, то есть, ну, мокрый. Блин, классно. Ребята, это просто реально такие эмоции на самом деле, серьезно, вы не представляете. Там что-то видно. Вот такие вот водопады у нас, тут полные водопады. Вообще, в принципе, ничего не видно. Просто как бы, знаете, как будто под каким-то дождиком находитесь. Вроде бы мелким, а вроде бы нет. Давайте, раз, два, три. Ура! Обалденно, ребята, посмотрите туда назад. Если вам вообще что-то еще видно. Обещаю, если вы когда-нибудь будете в Канаде и сходите на Ниагарские водопады, у вас это останется в жизни просто реально навсегда, серьезно. Особенно если вы с друзьями, так же как и я со своей группой. Ну что, Алис, какие эмоции? Ой, вообще! У меня всегда различные такие вот мероприятия, у меня всегда одна реакция. Мы уже, короче, как бы приехали, мы сейчас тут просто стоим, фоткаемся. Блин, просто реально, очень классно. Серьезно, еще такой запах воды, очень такой приятный. Прям очень сильно освежил, прям взбодрились мы все такие. Так, сейчас мы как бы фоткаемся, ну уже как бы пофоткались сюда, около этого места. Очень много народу тут все фоткаются, вот так вот проходим быстренько, незаметно. Вот у нас есть целых 2 часа, чтобы погулять тут, чтобы покушать, наверное. Вот.